Сейчас 20 минут я проходил границу с российской стороны и вот выехал. Это вот очередь с российской стороны на границу стоит. Сейчас посмотрим, сколько она идет. Перед самой границей очередь получилась 300 метров. Вот здесь переезд железнодорожный, может быть, дальше будет еще. Да, вот за переездом тоже пошла очередь. Сколько она будет идти. И еще после переезда 500 метров очереди. То есть очереди 800 метров. А мне пограничник сказал, чуть ли не 15 километров. Ну, сейчас посмотрим, может, она дальше будет. Тут машины плотно идут. Нет, очередь, видать, огромная. В два ряда вот здесь стоят. С одной стороны грузовики, с другой стороны легковые. Эти кадры, снятые 28 сентября 2022 года, примерно в 11 часов вечера, на пункте пропуска Озинки, Саратовская область, Российская Федерация. Уже пошел третий километр очереди. 2 километра я проехал, машины стоят вплотную. Причем стоят все подряд. И грузовики, и легковые машины. Все одна очередь. Кончилась очередь. 5 километров шла. Караозек. Судя по огромному количеству мусора, который на обочине, здесь была большая очередь границы еще неделю назад. Люди здесь стояли по 2 суток. Но сейчас ничего не наблюдается пока. Эти кадры сняты 4 октября, уже на обратном пути. Реально пункт пропуска пограничный, вообще никого нет. Российская сторона границы пройдена за 20 минут. Прошел бы еще быстрее, но впереди был минивэн с гастарбайтерами, поэтому чуть затянулось. Ну, нет никого, короче, на границе. Зато мусора везде полно, видно, что здесь стоял народ. Очень много. Это сейчас я еду по нейтральной полосе после КПП до самой границы на мосту. А вот уже и казахстанский терминал, как через мост переехал сразу. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые и интересные ролики.